Всем привет на канале Али Шопоголик. Я очень рада приветствовать вас здесь. Меня зовут Алла, если кто меня еще не знает. Я Алиэкспресс-блогер из Германии и с удовольствием показываю вам свои покупки с Алиэкспресс. А также в этом обзоре вы увидите еще и вещь с сайта Shein, которая мне была предоставлена для обзора. Все ссылочки на товары, которые я сейчас буду показывать, вы как всегда найдете внизу под этим видео, а также в первом комментарии, который будет закреплен под этим видео. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнавать первыми о новых видео. А также, конечно же, активируйте кэшбэк-сервис, чтобы экономить на своих покупках. Сейчас я приступаю. Приятного просмотра. В первую очередь расскажу вам о этих сережках, которые я вам как-то уже показывала в другом цвете. Это был такой беленький или серебряный цвет стразы. В этот раз я подобрала сюда к этому образу серенькие сережки. Я покупала эти серьги за 285 рублей. Продавец предлагает эти серьги в 19 различных расцветках. И к тому же вы можете купить их в двух оправах, например, золотая или серебряная. Этими сережками я очень довольна, они мне нравятся, у меня есть уже и другие такие. Может быть, кто-то из вас скажет, что такие серьги можно купить и дешевле, вы будете действительно правы, но я ориентируюсь по качеству, а не по цене. Перед покупкой я очень внимательно сравниваю отзывы других покупательниц до меня, сравниваю разных продавцов, так как мне очень важно иметь качественную вещь, а не которую я выкину потом через пару недель и которая будет просто бесполезной. Поэтому, хоть эти серьги были немножко подороже, они своих денег стоят, и их я вам могу посоветовать. Следующее украшение, которое вы сейчас видите на мне, это вот такой кулон. Кулон с таким большим серым камнем. Очень красиво сделаны здесь грани у этого кулончика, красиво смотрится. Сама фурнитура у него не серебряная, а такая антрацитовая, тоже очень отлично подходит к моим сережкам, например, сейчас. Как указывает сам продавец, это ожерелье 75 сантиметров длиной. Если пройти по ссылке продавца, у которого покупала я, то он предлагает там целую кучу всяких разных дизайнов ожерелий. Но именно вот это ожерелье у него больше не предлагается. Поэтому я вам оставлю ссылку и на другого продавца, где вы можете тоже посмотреть это ожерелье. Этим ожерельем я осталась очень довольна, и поэтому могу вам его тоже посоветовать. Ну вот мы уже и добрались до той вещи, которую я получила с сайта Shein, о которой я говорила в начале видео. Это вот эта кофта. Эта кофта выполнена в стиле 2 в одном. Здесь вы видите рубашку шифоновую и также сверху как будто бы пуловер. Конечно, это все одна часть. Рукава кофты, как всегда, оказались мне немного длинноваты, поэтому я их просто подвернула сейчас так для видео. Эта кофта очень-очень мягкая, качество просто идеально, мне до того понравилось, как вот материал, я сейчас одела его, считай, на голое тело, и очень-очень мягкий, приятный материал. Материал состоит из 65% хлопка и 35% полиэстера. Этот пуловер в таком немного школьном стиле, как бы, да, его отлично можно тоже одевать на работу, в офис. Я, например, так и собираюсь это делать в такие дни, когда не надо быть слишком нарядным, там, не для мероприятий, а просто на повседневку. Вот такая кофточка обязательно подойдет. К тому же, что мне тоже очень понравилось, у нее снизу выглядывает шифоновая такая белая рубашка, как будто под ней. Эта шифоновая вставка довольно-таки длинная, хорошо прикрывает пятую точку. На сайте Shein вы можете приобрести эту кофту за 1105 рублей. Мне, как я уже говорила, продавец прислал эту кофту бесплатно на обзор. У этой кофточки я осталась действительно качеством довольна. Швы снаружи выглядит все отлично, никаких нареканий, все прекрасно выглядит. Снутри я видела пару ниточек или там не сильно ровно прошит шов, но это сверху главное не видно. Эта кофточка в таком свободном стиле, она не по фигуре. Отлично села на мои параметры 95, 73, 97. Я попросила, чтобы мне прислали размер M. Если вы хотите приобрести эту кофту или что-либо другое с сайта Shein, у них очень много красивых и интересных вещей. Я оставляю вам внизу в инфобоксе ссылочку на этот товар, а также на сам сайт Shein. Продавец предлагает эту кофту в 3 различных цветах. Вот такая вот синенькая, как у меня, потом есть черная и есть желтая. К тому же, начиная от размера XS до размера L. Сзади по спинке проходит довольно-таки длинный пластмассовый замок, который хорошо открывается и закрывается. Я осталась этой покупкой довольна и могу вам эту кофту тоже посоветовать.
сейчас с этой кофтой скомбинировала свои черные штанишки, которые я тоже приобрела недавно с AliExpress. Эти штанишки такие с завышенной талией. Я сейчас заказала себе еще другого цвета такие же штаны, так как мне нравится, как они сидят. И у меня действительно такое ощущение, что они очень стройнят. Мне кажется, что они отлично утягивают и при этом не стесняют меня в движениях. Продавец предлагает эти штанишки в 4 разных расцветках и к тому же начиная от размера XS до XL. Эти штаны сейчас на мне в размере M. Я специально выбрала размер поменьше, так как у меня уже был опыт с кожаными штанами, где они на мне сидели как-то складочками всегда там собираются. Поэтому я решила попробовать, так как штанишки очень дешевые, я решила попробовать и купить немножко поменьше и посмотреть, что из этого выйдет. И действительно не прогадала, это действительно хорошо сидит. И я осталась этой покупкой тоже очень довольна. Заплатила за эти штаны 895 рублей. Штанишки закрываются спереди на молнию и на пуговичку, спереди карманов нет. Сзади у нас есть 2 полноценных маленьких кармашка, которые на моей большой попе, к сожалению, смотрятся немного не к месту. Именно этим меня штаны эти немножечко разочаровали, но так как я их все равно буду носить с каким-то пуловером наверх, поэтому это не так страшно. Или если рубашечку, например, длинную одеть на выпуск, то это тоже будет отлично смотреться. Материал этих штанов мягкий тянущийся хлопок. На свои параметры талия 73 и бедра 97 я заказала размер M и осталась этой покупкой тоже очень довольна. К этому образу и черным штанам идеально подходят черные лодочки. Эти лодочки я покупала уже в нескольких цветах, я о них уже частенько рассказывала в других своих обзорах. Это те лодочки, которые я могу очень долго носить на работе и мои ноги не устают. На свою стопу ноги 24,5 я покупала размер 8,5. Этот размер мне идеально подошел, колодка удобная. И из-за того, что каблук всего 8 сантиметров, но он так не смотрится, он смотрится очень элегантно на ноге. Поэтому я могу в них очень долго выдержать на работе и нога моя не сильно устает. За эти туфли я заплатила 1150 рублей, осталась очень-очень довольна качеством. Действительно, везде хорошо прошиты швы, нигде не видны следы клея. Они не воняли, когда они ко мне пришли. Мои первые покупки туфель приходили в коробках. Теперь последние, которые я заказывала себе и для подруг, они приходили уже в простых пакетах. Но они в пакетах совсем не помялись, отлично выглядят и ничего с ними не произошло. Поэтому эти туфельки я вам опять-таки могу посоветовать. К этому образу тоже отлично подходит одна из моих сумок, у которой тоже такая темная антрацитовая фурнитура. Это тоже подходит сейчас к моим украшениям. К тому же она черная, такая универсальная. Она не слишком такая маленькая, хоть она и выглядит так, но действительно в нее помещается много вещей. Мой большой кошелек тоже сюда отлично помещается. Этой сумкой я тоже очень довольна, она у меня уже тоже давно. Эта сумка не из натуральной кожи, так как я специально не покупаю себе кожаные изделия. Она отлично выглядит, очень хорошо прошиты швы, что мне очень нравится. Вот так вот она выглядит сзади. Я могу ее носить просто вот так за эти маленькие ручки, а также могу носить ее через плечо, что я и делаю, когда я, например, еду закупаться, чтобы у меня были обе руки свободные. Конечно, мне так намного удобнее. За эту сумку я заплатила тогда 1590 рублей. Осталась качеством, действительно очень довольна. Могу вам ее тоже посоветовать. Ну что ж, и этот обзор подошел к концу. Мне будет очень интересно узнать, покупаете ли вы такие вещи или нет, как вам понравился мой образ. Если вам понравилось это видео, то вы уже знаете, что нужно делать. Обязательно оставляйте пальчик наверх под ним. А также, конечно, делитесь со своими друзьями в социальных сетях. Может быть, и вашим друзьям тоже понравятся мои обзоры. Я желаю вам классных и удачных покупок с AliExpress. До скорых встреч. Пока!